Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Нуржинов Руслан, капитан команды Тепрации Комета. Что сегодня скажете по игре? Ведь смотрелись какие-то отрезки не хуже. Почему такой счет? Ну, не знаю, на самом деле, комментарии давать сложно очень. Играли плохо. Не знаю, чего даже не хватает. Вы были наши основные игроки. Это может нападение так плохо сыграло, наверное, из-за этого. А в защите, ну, не знаю, в защите тоже плохо сыграли. Был у вас выход, я помню, 2-1 и 1-1 там по левому флангу. Реализации просто не хватает, потому что там промедлил игрок и вместо удара потом покатил неточную передачу. Как-то вот обсуждали эти моменты? Пока еще нет. Может быть, в разделке сейчас обсудим. На уже последние матчи турнира планируете привлекать вот ваших основных форвардов? Выздоровеют, конечно. Спасибо, удачи вам.